Ковид в мире. 30 миллионов новых случаев за прошлый месяц. Сейчас коронаволна накрывает Азию. Самый большой рост в Японии. Около 200 тысяч заболевших за последние 30 дней. А это самые высокие показатели в стране за всю пандемию. В китайском Шанхае за нарушителями карантина теперь следят дроны. Маски, дистанция, там все строго. Почти в 10 раз подскочили цифры и в Южной Корее. С 11 до 100 тысяч за месяц. А вот в Северной, говорят, ковид победили полностью. Об этом заявил Ким Чен Ын. В стране с начала августа ни одного случая. Маски отменили. Никаких масок и в Турции. При этом там новый коронавзрыв. Но ограничения возвращать не торопятся. Сейчас разгар туристического сезона. А большинство стран Европы пик новой коронаволны уже прошли. Маски остались лишь в качестве рекомендации. В России накануне выявили новый штамм – российский дельта-крон. Это смесь омикрона и дельты. При этом, насколько вирус опасен, пока не ясно. Маски вернулись только в больницах и поликлиниках. В Приднестровье в среднем в день заболевает по 200 человек. Эпидемиологи говорят, мы вышли на плато. Маски носим в закрытых помещениях. Для защиты – вакцина. Сейчас в доступе Синовак.